Во время патрулирования участниками рейда был охвачен участок реки Оки в черте города Рязани. Погода выдалась ветреная, но, несмотря на это, отдыхающих у воды мы встретили немало. Граждане отдыхающих, судоходная инспекция по маломерным судам предупреждает. Купание не в оборонных местах опасно для вашей жизни. В ходе рейда было установлено, что в местах массового купания граждан проведены все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. Установлены границы заплыва, буйки, организовано дежурство спасателей, имеется наглядная агитация с правилами поведения на воде. Однако купальный сезон еще не открыт. Мы будем проводить с ним профилактическую беседу, объяснять, что купальный сезон еще на территории Рязанской области не начался, что купаться лучше в специально отведенных для этого местах, то есть пляжах, которые у нас сейчас насчитывают 46 официально открытых. Плюс еще один дополнительный будет открыт в Петелинском районе. Будем проводить такие беседы. Сотрудники МЧС напоминают об основных правилах поведения вблизи водоемов. Во-первых, нужно быть внимательным к информационным стендам, запрещающим знакам. Любую информацию предупреждающего характера нельзя игнорировать. Тем, кто планирует покататься по рекам на катерах, следует привести в порядок документы на свой водный транспорт. Необходимо вовремя пройти освидетельствование на годность плавания маломерного судна. Также не забывать документы, иметь при себе удостоверение на право управления и обязательно, чтобы судно было оснащено не нормами, а предметами спасения. Спасатели напоминают, что взрослым, отдыхающим с детьми, важно быть особенно внимательными. Во время отдыха у воды ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра. Особое внимание на детей обращать. Почему? Потому что у нас, к сожалению, на территории области уже был трагический случай. Вот. Особое внимание на них. Сотрудники МЧС напоминают, что купальный сезон будет открыт 1 июня. До этого времени желательно воздержаться от заплывов на водоемах. Олеся Котровская, Олег Парамзин, телекомпания «Город».